Йоу-йоу, с вами Little Bad Girl. Сейчас я в Тунисе. Вот. Там пальмочки, вы это все видите. Мы сейчас пойдем, наверное, в номер, скорее всего. И вот. Ну вот, сейчас мы немножечко пройдем, погуляем, да. Сейчас этот забор, я его снимала в прошлых видео. Ссылочки не будет в описании, но я постараюсь, чтобы ссылочка была. Я включила сейчас свет, потому что тут немножечко темновато. И вот, после моря у меня в ушах, как там называется, вода, да. Вот, смотрите. Нас сегодня переселили в самый новый блок, вот, блок 16. Ну, там 60, не, конечно, видно, как 60, тут вот кто посещает. Ну, конечно, русских вообще не написали, ну, ладно, без разницы. Вот, тут такие все время, вот, на каждом шагу вот такие вот карты. И это просто прелестно и прекрасно. Вот, тут нету свет, он... Мини-диско идет. Да, мини-диско там идет. Тут свет есть, большого цвета, но просто камера не очень передает свет. Вот там мини-диско. Мини-диско, кто не знает, это детская вечеринка. Да. Мне нравится. Это такой мини-блок будет. Блок. Блок. Почему блок? Блок. Просто там написано блок. Блоги. Вот. Детская идет. Да, детская, мой папа говорит. Я не хочу. Мама, я не хочу в детское. Почему? Ведь я снимаю песенки, послушаю. Тут немного с ума сходит вон там. Мини-диско. Да, вот. Немного фокус не передает, ну ладно. Вот, например, бар. Вот указатель на бар. Там все. Мини-гольф, футбол. Шарковато немного. Ну ладно. Уже в Африке. Темно. Очень темно. Там темно? Да, конечно, так скажем. Не очень. Ну да, я не хотела. Я туда не пошла, потому что там немного громко и я немножко стесняюсь. Что там люди, снимать их не очень, как-то не очень, вдруг они не хотят, но у вас сказать. Вот, смотрите. Я первый раз сейчас на мини-диско вижу. Как бы сказать, в этом отдыхе мы тут второй день уже, второй. У меня там подружки, они уже через 3 дня уезжают, 3. Вот, но это очень плохо, и мне плохо. Там девочка тоже Арина зовут. Да, мы были, они из Москвы. Она такая собачка, знаете, как игра про собачку такую, ее там игра. Ну, как Том, только собачка. Вот. У меня плечи обгорели, очень болят. Ну не очень, но болят, конечно, так скажем.